еще ходят туристы, как не на рынок. Портовых города. Мы сейчас в крупнейшем рыбном рынке Токио, Цукиди. Самое оживленное время это с 5 до 6 утра, когда происходит аукцион тунцов. Это зрелище незабываемое настолько, что туда очередь, видимо, чтобы попасть, потому что пускают только 120 или 140 человек, причем делят их по 70 в разное время. Но мы приехали сюда к 10 и уже никого нет. Зато можно купить суши прям из моря. Эда Токио. Это история возникновения Эда, который перешел в Токио. Только что мы прослушали очень интересную экскурсию. А главное, бесплатно. Да, это сервис. 2600 йен, да. Кабуки в уменьшенном варианте. Кстати, надо зайти туда. Туда можно разве? Нам было очень интересно, так что обязательно сходите, если будете в Токио. Телеги для рикш. Нам вести некому. Рикш куда-то сбежал от нас. Только что мы залезли в паланкин вдвоем, в котором ездил император. К нам подошли и сказали, что только один человек может сидеть. А мы сидели там вдвоем. А мы вдвоем туда влезли. Хотя думали, что мы даже мужик туда не поместится. Мы маленькие. Парк Хапен.
Время сейчас уже почти 5. Без 5. А, он открыт. И работает до 10. Мы так удивились. Мы не очень уверены. Ну да. Мальчик тоже не очень уверен, сказал. Мальчик на входе не знает английского, но сказал окей. Это сад, название сада переводится как что-то 8 прекрасных видов. Но мы уже видим прекрасные виды. Там, по-моему, свадьба. Тут проводится свадьба, да, вот там здание сзади, там, да? Там, вот, да. Сейчас мы вам его покажем. До свадьбы. Ее красота. Да. Мы сейчас сидим в парке Хапоэн и трогаем карпов. Священных? Ну да, возможно. Возможно, этого делать нельзя. Там плавает рыба, похожая на флаг Японии. Она белая с красненьким кружочком. Красный круг, да. Мы его потрогали, чтобы вернуться. Место действительно замечательное. Да, и рыба классная. Мы хотели снять. Потрогать нельзя, наверное. Здесь очень здорово. Мы не пожалели, что сюда пришли. Почему смеешься, как у тебя с тобой, понимаешь?